Как безопасно перейти дорогу ночью без светофора? Это обычный пластик, он такой вот мягкий и больше ни для чего не нужен. Он, я думаю, что их воровать не будут. В Алматы известный дизайнер придумал ноу-хау для пешеходов. Она пришла в голову, когда я чуть не задавил пешехода. Примерно в такое время суток, в сумерках.